Салем достар, бул каштанов, менин каштанов реакшн канала Макош, кель Дениздер. И сегодня у нас будет реакция на вторую серию сериала 240 часов, она называется «Война так война». Ребята, я тут узнал, что сериал-то короткий, всего лишь 7 серий здесь, и мы уже на второй, так что вообще скоро уже, как говорится, экватор, да, у нас будет. Не ожидал почему-то, что здесь так мало серий. Ну, ничего страшного, я думаю, за эти 7 серий они должны уложиться и, как говорится, раскрыться, да? Раскрыться герои, сюжетная линия, анау-манау. Так, прежде чем мы приступим, Коп Рахмет, за то, что подписываетесь на канал. Кто еще не подписался, внизу кнопка. Ребята, давайте 100 тысяч уже добьем, осталось меньше 200 человек, ребята, да. Я каждого человека считаю теперь, когда мы приближаемся к отметке 100 тысяч. Не знаю, очень хочу получить это заветное число, 100 тысяч подписчиков, и уже нацелиться, настроиться на миллиончик, ребята. Конечно, миллион, ну а чё нет-то? Один раз живем. Я думаю, хоть раз в жизни надо миллион подписчиков собрать. Как-то так, короче. Также, ребята, подписывайтесь на Boosty, ссылка в описании будет и на мой телеграм-канал. Там всегда актуальная информация касаемо всего того, что происходит вокруг канала Каштанов Реакшн. Кстати, на Boosty я записал реакцию на голливудский фильм, по-моему, он даже Оскар получил, этот фильм, который называется «Уцелевший», если я не ошибаюсь по поводу Оскара. Но фильм «Уцелевший», он уже на Boosty, 2 часа. Американский боевик, экшен, все дела. Так что, ребята, кому по духу, по нраву такие фильмы, милости просим. Ну и, конечно же, там еще и казахские фильмы есть. Вот, выше крыши. Практически на все ваши топовые фильмы я уже заснял реакции. Ну, не на все, но на большинство. Так, все, давайте, долго разговариваю. Ехала. Так. Кеток. Блин, что у нее из нас варенье течет? Этого не видели, чтобы ей кто-то нос разбил. Такой мини-спойлер этой серии, да? Диана. Диана. Между... Ты, ну, проснись, пожалуйста, а? Пожалуйста, проснись. Ты капец, конечно, быстро бегаешь, ё-моё. Ты тоже давай аккуратней. Вдруг ты там голову расшибла бы. Я потом что твоему отцу скажу? Не, ну слава богу, что все хорошо сложилось, да? Да. Да. Жалко, конечно, что туалет все равно придется чистить. Ну, погрузили и за работу, давайте. Давайте только от души делайте, хорошо? Я сегодня мыл полы. Я сегодня мыл полы. Я сегодня мыл полы. Ребят, надеюсь, никто не кушает, а? А то приятного аппетита желаю всем. Я сегодня мыл полы. Ну вот и чисто. Не умерла же Диана? Как при открытии прям. Не, я все равно удивляюсь, как так могли его засрать. Ты случайно не это ищешь? Опа. Это спасибо. Да, не за что. Не теряй больше. Алло. Да, шеф? Да, да, да. Комиссия? В смысле, какая комиссия, шеф? Ну все хорошо, встретим, как положено, от души. У нас все четко, туалет прям вообще блестит, как новый. Сами придете, сходите. Все, все, не буду шутить никогда в жизни больше. Ага. Все, ждем. Так, быстро собрались? Быстро, иди сюда, иди сюда. Короче, сейчас сюда комиссия приедет. Поэтому быстро сюда давайте тоже. Хорошо? Давай.
Я быстро тест-драйв туалета сделаю пока. Давайте. Этот мент вообще охренел. Мы целый день толчок драйли, а он сейчас сидит там и срет, прикинь. А для чего толчок нужен? Ладно, не заводись. Если мы сегодня сортир драйли, то... то что будет завтра? Завтра после такого должен быть выходной. Блин, теперь еще и мента надо драить. Карма, карма, это карма работает. Пизда, обосрался. Знатно обосрался. Блин, выручайте, а. Помощь нужна. Сейчас через полчаса комиссия будет, надо все убрать быстро здесь. Ну, мы же давно общаемся, ну что вы? Нам надо это сделать вместе, вы что? Да? Ладно, хорошо, я понял вас. Ребят, давай сделаем так. У вас два варианта развития событий. Первое, вы можете не убираться, и я ничего не ставлю. Либо вы помогаете мне убраться, и я закрываю все. Договорились? Договорились. Закрывает все, все дни, да? Все, я знал. Увидимся. Я сегодня мыл полы. Я сегодня мыл полы. Я сегодня мыл полы. Я сегодня мыл полы. Сегодня мыл полы, сегодня мыл полы. Я сегодня мыл полы. Сегодня мыл полы. Я сегодня мыл полы. Сегодня мыл полы. После того, как мыли, а, в общем, пол обычным мощным средством решили сделать. А на стены деньги не пожалели, шампунь купили мы. Решили шампунем. А вот, собственно, познакомилась вся команда, которая и занималась этим. Вот. Угу. Молодец, Шандос. Хорошая работа. Спасибо. Ладно, мы поехали. Рахмет. Салонс. Джонс Босс. Давайте. Прическа Агонера. А тебе молодцы. Я охренел зашел когда. Прям чисто, блестит. Ладно, я была рада познакомиться. Пока-пока. Подожди, ты куда? Тебя-то осталось совсем немножко. Всего 236 часов, получается. Ты же сказал, что все закроют. В смысле? Трусы свистли. 236. До 236 и 235. Мы договорились. Эй, мы руки жали конкретно с тобой или нет? Ты что, офигел, я не понял? Ты совсем, что ли, мент охерел? О-о-о. Я не понял вообще. Эй, ты что, мама? Ты на нары хоть, что ли, дурачок? Отойди, отошел! Рус, успокойся. Ты что, офигел, что ли, а? В машине жду вас. Боец, увидимся. Нормально. Нормально. Хорошо, Жандосик. Война так война. Да. Ну, рассказывай, как день прошел. Почему-то кажется, что дальше будет интересно. Говняна. За языком сиди. Хорошо. Я весь день отмывала какашки. Ты серьезно, что ли? А ты после этого в душ сходила? Смешно. Папа, я не могу больше ходить на эти общественные работы. Я все поняла. Правда, правда. Сегодня этот Жандос нам еще одел шокеры. Шокеры? Выдумывая. Все, у меня важный звонок по работе. Давай, удачи. Алло, Баке. О, ассаламу алейкум. Да, все нормально. Там остались просто документы собрать. Да? А где Толик? Папа не спешит помогать, да? Вот так я их и наебал, короче. Бедняжки. Расстроились, походу. Нифига ты дерзкий. А что есть, то есть. Кстати, Маха. Может, как-нибудь пообедаем, а? Ты платить будешь или нет? Да, ты забыла, ты мне за долги даешь вообще-то. Ну, ладно тебе. Это была шутка, не злись. Какая шутка? Ладно, короче, мне надо к нам еще план. Ты насчет обеда подумай, ладно? Вот она жизнь, да? Обычного полицейского. Чё вы? До сих пор обижаетесь, что ли? А?
Ребята, вы поймите, если вы мне не помогли, меня уволили бы. Это вообще не в моей компетенции. Но зато сегодня день без говна. Счастливый, наверное, да? Поехали. Интересно. Что же сегодня им там придумается? Алло. 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 Опа. Алло. Это что так? Это кто это? А... Не, ты... Это Васнец. Кишина Сара. Было бы ты 92-го года примерно, пообщались бы. Кто звонит это? Ну, своих бы я сюда, конечно, не сдал. Дороговато все-таки. Шучу. Дандос. О, приветствую. Здравствуй. Спасибо, что решили приехать помочь нам. Мы вам очень признательны. Нам ведь катастрофически не хватает рук помощи. А старики, они же как дети. Надо ухаживать. Им также нужны стариками, и уход, да? И любовь. Ну, вы не переживайте. Рук помощи, слава богу, хватает. Смотрите, минимум по две у них. Самое главное, ребята у нас не брезгливые. Поэтому любую работу, которую хотите, можете давать. Это хорошо. Все. Тогда их принимайте. Я, наверное, пойду немножко поваляюсь. Ну, в смысле, да, поваляюсь, пойду. Ну, ребят, добро пожаловать. Работа у нас не пыльная. В нашем деле главное что? Главное внимание старикам. И терпение. И не брезгливость. Побольше. И что нам надо делать? Ничего сложного. Серьезно? Танцевать со стариками входит в обязанности? Этому больше всех портанул, да, пока что? Все, высохли. А? Нормально все. А, Джерет, рахмит, рахмит. Я так больше не могу. Я в полной жопе, должен что-то придумывать. Да не переживай. У меня есть идея. Смотрела фильм? Ну, чизо. Короче, есть план, как там сидеть Джандосу? Ну, не знаю. А если он еще часы прибавит? Честно сказать, я хочу побыстрее отработать и Себасти. Вот и что? Че? Я ничего. Я тоже хочу побыстрее все отработать. Ну, хорошо. Работайте, да? Алло. Интересно, что она придумала? Ничего, валяюсь. Ты че? Че мы, кстати, на обед идем с тобой или нет в итоге? Жандос! Сейчас, секунду. Че? Я задолбалась уже. Я весь день скоблю старушечьи пятки. Я че, педикюрист, что ли, по-твоему? Диана, ты пожалей бабушку бедную. Ну, вдруг у нее завтра свидание. Какое свидание? У нее следующее свидание с Богом. Ой, чё, что за жестокие шутки? Алло. Я жестокая? Алло. Угу. Я жестокая? Ты нас заставил мыть свое говно, пообещал от работы освободить. Я освобожу, сказал же. Вы закончите сначала. Алло. И вот, короче, в сторону Талгары мы поехали потом. Жандос, либо мы с тобой решаем по-хорошему, либо мы с тобой решаем по-плохому. Опа. Сейчас, подожди-ка. Я не понял, ты что, мне угрожаешь, что ли? Предъявы. Что ты мне сделаешь, а? Жандос! Жандос, ты что, понимаешь? Нормально. Они это могут. Ты что творишь? Гони, что ли, совсем? Влага надышалась, что ли, блин? А? Себя приди, блин, дура, блин. Ты что? Ты что, вообще офигел, а? Я отпустил!
Мы менты вообще нюх потеряли. Эй, ты помнишь, не трогала ее, я чуть конченый, по-твоему, что на девушку руку поднимать. Вот тем более на девочку. Вот это жестко. Идем тебе куда? А? Ну, удар, что ты? Ударить хочешь, ударь? А? На лагерь хочешь? Все, Рус, Рус. Вообще это жиндосы не жалко. Просто в форме, бля, так бы убил нахуй. Да, да, сними форму, ё-моё. Погоны сними. Черт. Она сейчас папе скажет, да, что он ее избил. Дочка. Алло. Папа, меня избили. Андос, приезжай скорее, пожалуйста. Нормально, нормально. Где она? Казан. Что с тобой? А? Все нормально? А? Кто здесь? Шиндос. А где он? Где эта сука Ельмышина? А? Ага, недопонимание произошло. Что, сука? А? Это твой последний день ментов, ты понял меня? А? Я сделаю все, чтобы тебя уволили. Ты пойдешь под трибунал, сука! Дело, извини. Что? Ну а что ты хотел, Жандос, да? Сам начал с обмана. Вот тебе ответочка-то прилетела. Как бы вообще нисколько не жалко этого Жандоса. Сразу себе не поверил. Я же тебе еще утром сказала, что он кончен. Ну, она тоже по себе, да? Как бы, понятное дело. Переживай, разберемся. Он за все ответит. Да, шеф? Эй, ёб твою мать, Жандос! Ты что, совсем, блядь, с катушек слетел? Да это, клянусь, не я, шеф. Она сама себя избила, как в этом фильме. Как бойцовский клуб. Ну, тогда закажи, блядь! Найди свидетеля, не знаю, камеры там посмотри. Если ты виноват, то нам всем пиздец. Сыном, да? Понял, шеф. Принято. Нормально она вообще. Безбашенная. Тебе не интересно, как я себя чувствую? Капец больно. Ну вот, да, получилось. Блин, неужели там камера есть, а? Неужели там есть камеры? Да ну нафиг. Да ну нафиг. Да ну нафиг. Тема. Сейчас он скинет, да, ему? Видео. Пап! Нормально, нормально, ребят. Так. Ну что? Что делаем? Давайте-ка, наверное, сразу, ребята, сразу, наверное, подрубим следующую серию. Вот прям, как говорится, не отходя от кассы, ребята. Не отходя от кассы. Интересно, интересно. Ехала? О, уже проснулась? Доброе утро. Доброе. Актриса без Оскара. Как себя чувствуешь? Замечательно, только нос болит. Че, жена себя сильно ударил, да? Конечно, сильно ударил. Вообще, откладывай. Мамку допустили в органы. Ладно, горячись. Собирайся, поехали. Куда? Сюрприз. Пап, ты угораешь? Зачем ты вниз добрёс? Хочу, чтобы ты извинился перед Жандосом. Не буду извиняться перед ним, это он мне сделал. Будешь извиняться! Акин Наузу, где твои вещи? А? На, возьми, выходи из машины. Быстро.
Шандос, можно тебе? Он уже знает, а он же ему отправил. Халас. Ничего, нормально. Жаля же ротмис. Чему спер дурспа? Потихоньку. Шандос, это тебе. Извини за вчера. Хорошо? Да ладно, ничего. С ним двоим, да? Да. Ты сам понимаешь. Чувство отцовства. Сложно быть отцом. Угу. Особенно, когда вот такой вот характер. Ну да, характер, конечно, не подарок. Ну, не переживайте, все четко сделаем. Мы поправим, да, хорошо, характер. Хорошо, мы не дохарай свой, извините. Шарима, чем же ты тверь смело? Чем же ты с Никшкиной, вы можете говорить? Чесма? Ну, не переживайте, не таких ломали, ладно, сами знаете. Ну, в смысле этот. Все четко сделаем. Слаб, что другим человеком выйдет, а? Не таких ломали. Давай. Все, а Джон Гос. Диана, давай. Жесть, теперь у этого Шандоса карт-бланш на действие. Что? В смысле? Когда в следующий раз будешь бить себя, смотри, чтоб камер не было. Да? Иди, веди себя хорошо. Пап! Папа! Ничего, ничего, Дианочка. Вернется твой папа. Ну что, ребята, смотрите, кто вернулся. Ой, мы по тебе, знаешь, как скучали, елки зеленые, сильно скучали. Вон Рус бедный только высох, всю ночь плакал. Короче, ребята, по вашим тупым лицам понял, что вы ни хрена не поняли. Вчера мне довелось увидеть театр одного актера. Кайф. Не понял. А хера тут понимать, Русик, ты что? Сама себя взяла, по бесу пустила. Я же тебе говорил, я не конченый мент, елки-палки. Капец, Эдвард Нортон на минималках. Все, давайте, идите работать, все. Давай, тоже. А кто такой Эдвард? Ты что, свист не понимаешь? Давай. Быстрей. Вот, еле ходит. Эй, Джеки, ассаламу алейкум. О, алейкум ассалам. Ничего, как сам? Ничего, пойдет. Джумс, халай. Да заебал, блядь, Джумс. Говорила мама, нахуй тебе эта ментовка, иди в рэп, тебе надо было ее послушать. Ай, па. Мне вот эти Талбич тоже заколебали, я же уже. Эй, кстати. Че, есть желание поразвлечься? Есть, бля, ну там вещдоков уже не осталось нихуя. Э, мало, я не про это. А сейчас наберу. Алло, Дажан. Алло, Маха. Привет. Хорошо. Ага, тренируется, да? Все, ты смело выдвигайся. Все, я тебе на WhatsApp давай, скину. Тема, адрес. Тема. Все, давай. Все, локацию не забудь скинуть. Давай, ага. О! Вижу, вы уже готовы. Ждете, не дождетесь, наверное, когда мы поедем в самое лучшее место на Земле, да? Интересно, сегодня нигде. Проходите. Привет, дорогая. Заходи. Давай. Вот мы. Чего? Каких ребят ты нам привел? Ну что, располагайтесь, чувствуете себя как дома. А я сейчас вернусь. Все, давай, давай, давай. Огонь, да, мама? Ой, Шандос, привет. Привет, Джоби, короче. Давай, без поцелуев, ладно? Такой брезгливый. Прикольно. Пацаны, да, в улыбке расплылись. Ты издеваешься? Ты куда нас привел? Это бордель. Как куда? Бордель же? Точно. Ну, пацанам нравится, я не знаю. Ты что, напрягаешься? Мне не нравится. Планировка слабая, да? Я бы же, знаешь, здесь немножко... Шандос, ты нас эксплуатируешь в личных целях. Это законно вообще? Если какой-то машин пенится постоянно. Подумаешь, немножко сперму уберешь, юмор? Ну как немножко? Ну, уберешь, короче, хорошо? Нифига я убирать не буду. Жандос, Жан, ну что ты детей распугал тут? У нас вообще-то элитный салон. А, да, извиняюсь, я забыл, они в Таргет, наверное, кому пускают, короче, на Инстаграме. Все тогда, мне их надо. Все, давай, давай. Это за ними следи, ну тут на сегодня, хорошо? Все, давай, пока. Давай, давай. Удачи, видеть себя хорошо, давайте. Саска, Саска, Саска. Все четко, не дай бац, классно.
конечно, все по-царски. Мой индо-цацки, по-братски, топ-таза носки. Не стыдись, братски, чё там? Чили-сымба, шиги-сымба, лупной костюм, топ-таза носки. Берди маски, маски, ему индо-цацки. Поздорога, кузник сам, мимпизи жамана там. Какой-то левый пацан, кузник чухобалам, Себастьян, булжердин. Пятка на минджардын, танертин. Танертин, танертин, танертин. Байкалсам барлығы еркин. Танертин, танертин, танертин. Энергия не керек, не керек. Отағым тұршындар еркелеп. Как она есть, сигіліп кетіндер. Барлығы жазып тұр бетінде. Бетінде? Көп сөйлеме. Істесе міндетсін бе. Міндетсін бе. О, сен еркексін бе. Жай ғана мамбетсін бе. Айс, айс. Докатилась. Трусы стрипучь набирать. Мега XL, да? Да ладно тебе. Чего ты прям так драматизируешь? Уберемся и уйдем. Больной? Ладно, прости. Слушай. Мне кажется, у Дианы не все в порядке с головой. С чего такие доводы? Ну смотри, она взяла саму себя, отхерачила. Это нормально? Не, ну по сути, смотри. Если бы не камера, то мы бы сейчас убирались в каком-нибудь парке. Шандос бы сидел уже за решеткой. Да. Угу. А она бы дома. Жесть. Тут где можно воду налить? Да, проходи вон там. Шкафчик открой, там есть чистый стакан. Что, новенькая? Нет, это не новенькая. А ты вообще дрался? Да. Помню, это было в классе 7. Еще большой фингал остался. А ты ему что сделал? Ничего. Я же не больной, свою бабушку бил. А что такая уставшая? Клиент сбил? Нет, я вообще не из ваших. В смысле? Клиентка, что ли? Пешковый жандос. В частной работе. Друг вашей махи. Ой, этот бессовестно козел, а? Детей привез. Все, ладно. Мне кажется, у тебя не все в порядке с башкой. Может быть. А как ты, дорогая, оказалась на общественных работах-то? Ну... Жопа, а? Ну, в общем, как-то так. Офигеть. Я тебе сказала нет. Маха, в смысле нет? Сколько раз повторять? Мы в долг не даем. Это тебе не ларек. Ну, не знаю. Ты, если не даешь, может, долг. Вот это, может, она даст тогда? Нет, здесь на отработках вообще-то. Вот, тем более пойдет отработать. Она здесь не работает. В смысле не работает? Просто так стоит, что ли, тогда? Тогда, может, и ты не работаешь, может, ты тоже сидит, не работает тогда. Все, мозги не парь мне, пойдем, да? Отцепись его! Маха, скажи, ты че, девочка, ты че? Я тебе сказала, она здесь не работает. Маха, ты че, гонишь, что ли? Хрена себе. Убери. Это же мент. Ты че, и че ты мне сделаешь? Завалю, блядь. Понятно. Заткнись. Ты еще шаг, и можешь передать привет Мерлин Монро. Маха, угомонись ты че? Да ну нахер. В смысле, это что, не шутка, что ли? Это все по-серьезному, что ли? Что? Диана, что с тобой? Диан! Что случилось? Откуда пистолет у тебя? Откуда? Я не знаю. И он до меня домогался. И ты решила его завалить? Нет, это не я, это Маха. Алло, Жандос, тут твоя девчонка клиента нашего завалила. Приезжай. Сейчас, короче, Жандос приедет. И мы, по ходу дела, решим, кто убил, а кто нет. Ни хрена себе расклад. Ёбаный шмёбаный. Ни хрена себе расклад. Что? Эй, ёб твою мать, так вы знаете, кого грохнули, блядь? Это не мы. Это не мы. И чё толку ты мне сейчас толкаешь это? От этого жалеешь, что ли, он станет, блядь? Идёт нормально. И кто это? Это мой шеф, идиот Тар, блядь. Все, попало ты, Диана. Шишка крупная, хрен разрулим, блядь.
В смысле? Ты сдурела, что ли? Это не я. При чем тут я? Не я его убила. Ну, давай ты тут спросим у него, кто его убил. Уважаемый Баке, кишем настроение. Ну, кто вас убил? Чуть не отвечает. Обиделся, может. Может, он умер? Мордой в пол! Работай там! Лежать всем! Эй, это же Баке? Кто его завалил? Это она, Диана. Это она врет, это она его убила. Так, получается, ты у нас, Диана? Да. Встань. Перед тем, как попадешь в тюрьму, попроси прощения у погибшего. Серьезно? Еще как серьезно. Проси прощения! На колени! Что происходит? Простите. Что происходит? Простите. Это все Жандос, что придумал? Это подстава, что ли, получается? Ребята! Был! Подзвучка, брат. Бран! Опа, она пошла, франковка. Серьезно? Нет, четвером жару как-то не услышал. Пранк, говорю, это. Разыграли мы тебя. Ты, Жандос, ты больной ублюдок. Ты, сука, Жандос. Не, ну это как бы не правдоподобно. Сомневаюсь, чтобы менты на это пошли, на такие пранки, ага. Делать им больше нечего. Подвиньтесь. Вначале я поверил, но потом что-то работает ОМОН, вот это вот все сразу такое, что-то не то здесь. Я когда кровь и трупы увидела, чуть сознание не потеряла. Бля, вот когда ОМОН начал работать, это вообще нечто. Я думаю, все, приехали мы. Когда он глаза открыл, я думал, он воскрес. О, бля. Привет. Чего, пранк? Хала, эй! Охуел с моих пранков, нахуй! Че, обосрались? Пошел ты! Че страшно, честно, скажите, когда ощущаешь, что вот-вот в тюрягу упадешь. Как он вчера, да? В тачку садись. Давай-давай-давай-давай-давай. Штри-штри-штри-штри-штри-штри. Жандос. Че? Ты извини меня, что я так тебя поставил. Один-один. А ты, как ты это вообще подготовил? Да это схема, мы лохло всегда так разводим. Понятно. Понятно, рабочая схема, значит. Так, а... Мир, где нет негатива и плохой. Так, ребята, ну что, посмотрели две серии, 240 часов. В целом, сериал нравится. Такой яркий, интересный, да? Но вот этот вот момент... С этой подставой это, конечно, жестко было. Но что-то почувствовал, явно что-то не то. Сериал в целом нравится. Так, это у нас уже третья серия, да? Осталось совсем ничего, 4 серии. Я думаю, в ближайшие дни мы все-таки закроем этот мини-сериал. Все-таки на подстава у этой... Как ее тут? Не Диану зовут, а? Ребят, на имена... Тяжело у меня, ребята, с именами, если честно, да? Потому что, к тому же еще... Каждый день записываешь реакции на те или иные фильмы, передачи, столько имен тут просто вот в голове вот так вот без конца кружится. Но не суть. Вот так у этой Дианы, по-моему, Диана ее зовут, пранк, конечно, розыгрыш в кавычках поинтереснее был и более-менее правдоподобный, когда она сама себя ударила. Но здесь, конечно, менты, мне кажется, немножко переиграли, что ли. Ну, я не знаю. Наверное, в реальной жизни такое вообще невозможно. Чтобы какую-то девчонку, чтобы проучить целый там спецназ работы и вот это вот все, да, замутить. Никто этим заниматься, заморачиваться не будет. Ну, а в целом сериал так молодежный, в принципе, интересный. Посмотреть можно, что называется. Так, ребята, здесь у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии на Boosty, подписывайтесь на Telegram, ребята. Подписывайтесь на все мои платформы, где есть я и мой канал Каштанов Реакшн. Все, давайте, ребята, всем удачи, пока!